Ну, рассказывайте, что удалось обнаружить, что перед нами? При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в одном из населенных пунктов в лесном массиве был обнаружен схрон, заранее подготовленный, в котором было обнаружено противотанковые средства иностранного производства, вот в данном случае представлены. Это что за вооружение? Это, из каких стран? Это гранатомет производства зарубежного, называется «Сократ». Угу. Соответственно, и противотанковое средство для уничтожения танков предназначено, называется «Энлав». Соответственно. А страны производства? Ну, точно я не могу сказать. Подозреваю, что это польское производство. Это Англия. Угу. Соответственно, также данные средства были заложены в схрон на заранее подготовленной позиции вблизи дороги, предназначенной для уничтожения техники во время ее выдвижения. Примечательно то, что при подходе к данному схрону тропа была заминирована самодельным взрывным устройством с использованием гранаты F1 путем выставления растяжки. Также за время проведения операции было обнаружено большое количество боеприпасов для стрелкового вооружения калибра 5,45 для стрелкового оружия, 7,62 мм и ручные противопехотные огнеметы типа «Шмель». По такому количеству вооружения можно предположить, что это была за группа и в каком количестве примерно? Ну, данное вооружение может использоваться мелкой группой от 5 до 8 человек. Это предположительная диверсионно-разведывательная группа, задача которой стояла уничтожение техники, движущейся в колоннах. Так как примечательно то, что на дорогах организовываются завалы с использованием подручных предметов, деревьев. И тактика действий такова, что техника останавливается и подвергается.